Телеканал «Дождь» представляет. Каждую субботу у нас в гостях известные люди, чей успех заслуживает внимания. Они рассказывают о важном. Корифеи российского contemporary dance, современного танца Александра Конникова и Альберт Альберт, танцовщики, хореографы, преподаватели, основатели танцевальной компании «ПОВС Танцы» выступят в необычном для себя качестве лекторов. На основе своего многолетнего опыта расскажут о феномене и утопии коллективного творчества. В эту субботу в 14:00. А в 15:40 познакомимся с неизвестной Москвой. Историк архитектуры Михаил Коробко проведет нас по неизвестным уголкам Москвы, сделав особый акцент на старинных усадьбах, дорога к которым по тем или иным причинам закрыта для посетителей. Лекция пройдет при поддержке Центрального детского мира на Лубянке. Смотрите в субботу в прямом эфире. Лекции на «Дожде». Записаться на лекции можно на нашем сайте tvrain.ru и на странице «Дождя» в Фейсбуке.